Господи Иисусе, помилуй нас грешных. Мне пора пока, брат, такие расклады. Мои рифмы на словарном складе были спрятаны. Невнятны были тексты мною накатаны. Рэп не по контракту, рэп по правде, братка. Не для проката, а для своей басоты. Проходят годы, но все те же номера на сотовом. Застряли плотно там в омуте сопы. Там помните копов, там стопа, там смог бы так, смог бы так. Незабываемая, не забыта. Девятина сквера, на первом дверь магнита. Вера в то, что делает десятки тел убитыми. Гаражи запинты, welcome, дверь открыта. Нет, спасибо, голос внутри слышим. Пишем то, чем дышим, ничего лишнего. С крыши 16-этажки видно каждого граждана. И нету ничего личного, как обычно. На ветер уходят наличные. В среднем становится все безразлично. Мне третий садовая к дому циклично. Все веки тяжелые. Это логично, круглогодично. Все те же картины видны мне, высотки, проспекты, витрины. По сотке нарыло по горло в рутине. И было не впадлу докинуть полтинник. Плати мне, да ладно, Москва отрадная. Я как никогда рад, заварка в парадной. Пора обратно, и снова я у микрофона. Хоть домофона знаком лучше, чем закон Ома. Вот она с Нариманова, брат, рай. Едва шевеля ногами, голова как камень по камню. Столпа решает, лучше не мешаем. Ты не шаришь, парень, твои карманы сейчас обшарят. По бокалу в баре, после ветер в харю. Я хуярю, я хуею, как порою в городе воняет гарью. На площади Гагарина за тонировкой парика. Три парня в дворе, да в столице, так что все нормально. Сталь в кармане куртки, да куриные окурки. Все присел, устал, пиздец настал. Состряпал тут тиксток, да талова на биток. Без малого коробок, рифмой нажимаю на курок. Не переживаю по поводу и без повода. Провода не было еще проводов, было немало приводов. Ростов-Дон на проводе, вровень с другими вроде бы. На столе стоит пятилитровка, а внутри вода. Провода спутаны, сгорели микросхемы. И все мы плотно осели в этой дырявой системе. Корявые тени видны на стене. Мне из тех, кто беспределил неделями для потехи. Брат, от Ворошиловского до Нагибина. Все те же имена, именно вы меня полностью поменяли в области. Принимали 40 человек, сентябрь 2010. Ладно, здесь было весело. Секси башен, секси башен, секси башен, секси башен.